Его церковь не есть какое-то низложенное пораженное тело. Его церковь никогда не потерпит поражения. Услышьте меня. Я желала бы встать на высочайшей горе и провозгласить это до тех пор, пока каждое человеческое существо не услышит это. Знайте это, знайте это. Это часть великого восстановления. Не просто пробуждение. Если ничего не происходит в вашей церкви, то я скажу вам, мои друзья, пойдите в ближайший морг, потому что вы мертвы, а вокруг развиваются события, и они развиваются быстро. И если вы посещаете церковь, где ничего не происходит, то выйдите оттуда и найдите такую церковь, где что-то происходит. Потому что то, что происходит сейчас, это то, что было предрешено. Это то сейчас.